Конфуз произошел на матче группового этапа чемпионата мира по гандболу среди женских команд. Перед началом матча с Ираном по ошибке организаторы был включен старый гимн Казахстана. Но наши девочки не растерялись и спели гимн акапелла. Поступок, достойный уважения, вызвал всеобщее восхищение. На этой встрече казахстанки одолели оппоненток со счетом 31-25 и вышли в основной раунд чемпионата мира. Отметим, в составе национальной сборной 14 девочек, 8 из них кызылординки: Дана Абильта, Таня Давыдова, Злата Звягина, Олеся Малышева, Наташа Полуянкова, Мария и Ксения Пучиновой, Жанирки Сейткасым.